Всем приветик, с вами я, Светик, и сегодня буду делать реакцию на моего товарища Данила, на вот это вот видео «Средневековье», третья серия первого сезона. Данила, если, извини, что не спросил тебя, можно или нет, я тебе не обсираю, я просто делаю реакцию. Только сейчас, погоди, тут надо прибавить. Немножечко. Ну, разберем, сейчас будем, короче, приятного просмотра. Меня уши изменила. Всем привет, ребята, с вами я, Данил. Наконец-то я вернулся с микрофоном. Да. Странное пение. Мне купили микрофон. Нет, ребят, не обзор школьника, просто микрофон. Реакция. Ну что, ребят, продолжаем. Что я хочу сегодня сделать, я не знаю, надо сначала походить по нашему этому огородику. Но что там, это уже давно, мне кажется, это взять. Иду себе немножко возьму. Работа мне не нужен, так что это не надо, все пошли. Так, как бы мы вчера ночью, так что давайте посмотрим. Я еще не знаю. Вот рядом со мной сейчас белка кушает, какие-то мои удиль маленькие. Ну что, ребят, пошли-то и смотреть, что у нас изменили. Сначала в магазин пойдем. Я сначала опа-на. Что я через окно-то вижу-то? Все тут у нас... Ой-ой-ой, ребята, чего? Идет. Ой, это строительный. Фига себе, кишка строительная. Дорого, могу купить, конечно, но нет, пока что. На строительный блок всякий. Понятно. Кстати, да, дом я купил. Да, я не помню. Надо поэтому прошу сильно, ребят, смотрю. Купила, короче, дом за кадром. Да, купил. Поправочка, Данил. Ты купил, Данил, дом не за кадром, а типа во второй серии. Первого сезона, если ты смотришь, то поправочка. Да. Так, опа-на, что-то закрыто, человек. Я уехал. Вот тебе деньги, живи до моего приезда. Вот тебе денег. Ой, кажется, там есть, мне кажется, рубль, ну, это денег. Нифига. Сколько, ребят. Это очень круто. Ну-ка, пойду еще с арбузов буду зарабатывать сейчас. Этих моих арбузиков маленьких. Ну, как, ну да, они как бы не очень. Да, надо, ребят, сейчас семена сделать. Да, семена сделать. Ладно, пойду куплю, по-честному. Что там мы вот это? Ломание четвертой семьи. Собираем нам вот это нужно. Ну так, по-моему. Ладно, считай. Блин. Ну, блин, нужно. Она пытается провода грызть. Она любит все грызть. Мое, мое, не надо грызть. Ребят, короче, слушайте меня сюда. Набирайте стрелайки, я снимаю с вебкой. Во-вторых, у нас будет новый... Два лайка есть, осталось три. Типа выживание. С модом кое-таким. Да фига картофель. Вообще. Да, так что, давайте, будем ждать, я буду вам ждать. Но охранник все еще стоят, я так все знал. Они будут еще стоять так. Кстати, я знаю, мне Данил сказал, мне, ребят, не спойлеры, ничего. Он сказал, что будет кое-какой сериал. КВ. Это я. Так, первые две буквы сказал, ну, название из двух, ну, типа, из двух сочетаний. К это первого, типа, первого слова, начальная буква. В второго. Смотрим дальше. Первый. Братан. По-братски. Семена арбуз. Так, потому что, ну, надо, ребят, надо. Ссылочка будет в описании на Алину. Ну, так, немножечко. Что-то посадить, если тебя что. Надо. Подписывайтесь на канал Данила. Ссылка в описании. И, может, оставлю на ссылку на своего друга, товарища. Может, мы с ним совместное видео запишем. Зелекса. Ссылочка может быть в описании. Не знаю, посмотрите.
Только после этого ролика подпишитесь, кстати, на мой канал. Вот, ребят, 3 лайка, новое видео средневековье и новый проект. Вот тут посадим, давайте. Проект. Потом где-то тут, тут, и вот тут. Купить у нашего любимого продавца, я можем так сказать, мне он уже нравится. И пойдем покупать себе, наверное, дом будем устраивать. Я сейчас еще что заработаем. Сначала что мне надо? Мне надо сначала давать, я продам тоже, что я заработал. Ну а тут я, можно сказать, фигню заработаю. А, ребята, извините. Это очень хорошо. Сейчас хорошо здесь тени. Ребят, да, кстати, мифи у нас теперь нету. Теперь, блин. Или есть, я не помню. У нас вроде он царь. Ну, значит, для смены. Блин, что-то мы, значит, можем так не купить, мне кажется. Ага. Чего? Мой огород смотрит. Чем торгует? Блин. Он еще вон лежит. На кровати. Потом могу я показать, если хотите. Так. 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 Пишу, ну, хочу, вот. Покажу. Так. О, можно сейчас, кстати, одну давайте на себе. Все, ребят. Что теперь нам надо? Ребят, стоп, пауза. Ребята, продолжаем. Поговорили. Все хорошечно. Сюда положишь. Так. Пошлите чего-нибудь купить. Нам нужна хорошенькая кровать. Блин, дорого тут все. Ну, мы как-то без туалета живем. Тамбара, да. Что тут у нас? Давайте я какую-нибудь кухонную приборку сделаю. Я купил. В средневековье электронная печь. В средневековье электронная печь. Где логика? Два. Логика самая, ребят, главная. Креселка? Ну, удобно не будет. Ой, чай, я купил. Давайте теперь мы еще купим нам кранчик, ножички, шкафчик. Давайте еще к шкафчику, ой, к этому кранчику, не в этом нет, извините. Сейчас я взял. А тебя что возьмем, давай. Не садишь. Газный бачок. Ванну. Душ. Тумбочку. Давайте возьмем. И все, ребята, все взял. А, супа давайте обмыть. Суп. Низко слабшие. И вот это дал. А стол там сколько стоит? 25 вроде? Да, 25, давайте купим. Еще один стол висит. Все, ребята, побежали. Устраивай дом. Вон, наверное, нет, я уже поставила железку. Ну, без видео, там она уже стояла. Ой, ребят, нам кирка нужна. На носке у нас широкая, что ли, бралась. Давайте скрафтим. Наверное, никто не будет против. Это же Майнс, а? Нормально, четвертая стена. Данил-то гений. Ну, и можно сказать, ребят, вы видите, что вот это мигает всякое. Я сразу говорю. Нам же все равно важно. Его не обтерял. Это надо брать. Раз. Кровать уберем. Тут надо все убрать. Ломайся. Вот тут я хочу себе сделать ванну. Тут будем себе душ повесить. Вот так. Думаю, будет падать. Ну, думаю, будет. Если она так будет. Я как бы сделаю потом. Надо давать нормально как-то поставить. Вот так вот. Лето или лето? Да. Так, сейчас кровать надо еще убрать. Лица, вот, лица. Так, давайте. Так, тумбочку сюда. Кроватку нельзя, не пить сюда в лето. Ух, потом вот тут день сейчас будем
Ножики будут, но я сейчас эту горку не поставлю. Я думаю, надо вообще с ножек. Типа он здесь. Так, вот сюда. Вот наш недочок. Сейчас я думаю, секрет вот для вот маме пока. Видите, у меня пока их мало. Чаек, чаек, чаек. Сейчас, знаете, как я сделаю вот так вот? Ой, да, видел, где так вот раз. Тут так вот раз делаю. Ну ладно, пока что. Он склон, типа, он шел, куда ножики поставить. Я потом, может, еще куплю, когда, типа, он приедет, я думаю, он хороший приедет. Ну ладно. Ну что, ребят, сейчас, сколько времени? Сколько прошло? Все, ребят, давайте, заканчиваем, максимум. Ладно, ребят, давайте, до свидания. У нас не есть микрофон. Ну все, всем пока. До новых встреч. Бай-бай. Ну, мы с вами будем прощаться. Ссылочка на оригинальное видео и на два канала в описании, может быть. Да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте комментарии. Перезашлите данное видео всем своим друзьям в соцсетях. А с вами был я, Святослав ТВ. Всем удачи, всем пока.